Так, хоп-хоп, хоп. Опа. А, все, поехали. Сейчас мы на безопасности, я уже захотел поставить. Что-то будет. Я бы, конечно, не против акулку погонять, но я в прошлый раз, когда попытался ее запустить, она 50 тысяч миллиардов раз вылетела. Дорогой Томас, я вынужден написать не то, что хотел бы. Моя тетя узнала о наших планах. Но это не все. Еще бы, что намного хуже, чем я надеюсь, что ты поймешь. И подумаешь, что... Отец пытался использовать как бедную матушку. Он желает, чтобы я пела для него, как раньше. Пела она, чтобы привлечь хороших людей в эту патрульную. Я не могу больше рассказывать, но надеюсь, что ты будешь мне доверять. Accounted to the song contained within this locket of my mother's. Акулка на все достижения. I realize this request will seem strange. That your first thought will be to come straight here. Я понимаю, что эта просьба очень странная, но ты не захочешь прийти, но без этой мелодии я все надежды удержать то зло, которое собирается здесь, будет потеряно. Your love. Я люблю тебя навеки, Элизабет. Elizabeth. Держи часы. А вот. Ну, что-то не сеть. Я, конечно, подумал, что можно уменьшить там настройки на минимальные и так далее, но это как-то... Только чистое сердце может петь. Оля, ну та игра, конечно, красивая, вполне. Вращать. Назад. Первый класс, между прочим. Можете себе позволить. 17 часов на кротика. Бля, на кротика, если она не вылетает. Я уже, наверное, 17 часов провел. Запас у нас есть музыкальный медальон и ноты. Томаса Эванс. Как быстрее можно бегать? Нет? О, пошел, пошел. Сумочка. Бежать. Я уже бегу, игра, угомонись. Глупышка. Думала, что я не найду эту кнопочку сам. Как мне кажется, или камера как-то сбоку? Ладно. Итак, написано. Грандиозное повторное открытие. Отель Скер. Специальное выступление Элизабет Уильямс. Новая скерская дева. Дочь знаменитой... Поющей сенсации Пруденс Уильямс. Наслаждайтесь исцеляющим спокойствием теледами волнами мыса Скер. 30 октября 1897. Осторожно, злой песик. Поет. Пару раз вылетело, я уже немного фризило. Ну да, это же, по-моему, ты как раз и упоминал, когда я попытался. Ну, когда я в первый раз играл. Вот. И она действительно после тех вылетел в первый раз успокоилась. Но в следующий раз все ровно трусом. Hello! Сохранение. В смысле сохранение? Я думал, это песенка. Это было немалой степени благодаря моей... Мы смогли открыть отель и приступили к благотворительной работе, которая... Мя-мя-мя-мя. Дорогая, разве ты не видишь, я записываю, что тебе говорила? Никогда не беспокой тебя, когда двери закрыты, прости. Ну ничего страшного, что произошло, я запишу еще разочек попозже. Ну, как ты уже здесь, почему бы тебе не спеть для меня, дорогая моя? Конечно. Освещаю земную сестру. Всю ночь напролет. Отличный трек. Я прям сейчас просто прочувствовал весь этот. Что за видюх? Да не в видюхе дело, там оно на 100 даже не поднимается, хотя у меня этот самый
Seven Days to Die по КД на 100 висело. О, поехали. Блин, у меня такое ощущение, что нам придется... А, не, не придется, я думал, здесь замок кодовый, типа, как наша мелодия в этом в инвентаре, надо будет сейчас заходить, разбираться, но нет, все намного проще. Да, это, конечно, не та игра. Ну ладно, ладно. Во всяком случае, она пока что спокойненько. Не дает никаких... Я подумал, что это драйверы, типа, и обновил всю байду. В том числе на видео. Опа-на, это что такое? Что это за осьминог? Пёсик! А ты тебе... Пёсик? Это ты злая собака? Ух ты, какая злая! Ой, ещё подкрадывается! О, побежала! А, всё, очень злая собака. Так, а куда нам? Сюда, что ли? Куда нам идти тут? Сюда нельзя. А, может, эту байду можно оттолкнуть? Все, в порядке, поехали. Ну, это типа Alan Wake, только как бы не совсем Alan Wake. Блин, куда побежала злая собака? Захотелось с ней поиграться немножко. Может быть, здесь как в Days Gone, может быть, погладить песика, и он как... А, это мы типа обошли эту байду. Итак, радио закрытие, это мы читали. Поехали. Отель. Скер. Скер отель написано. Симпатично. Хоу? Кажется, он не открылся, да? Туда, видимо, нельзя. Поехали вокруг. Сюда тоже нельзя. Hello? А как? А, вот же дверка. Так, открыть. Кайф. Поехали. Водичка попахивает немного. Ну хотя, блин, ну придумай, да, что здесь ни хлорки, ничего нет. Просто стоит она. Она просто черная. Мар болото, блин. Так, ну что, глухвы. Используйте фонографы для сохранения игры. Угу, окей. А цель. У нас есть цель. Блин, красивый пол. Анимация движения ног. Мое почтение. Да, ты не открывался. Карты. Алло? Блин, тут нельзя прыгать. Грусть, печаль. Алло? Это Томас. Элизабет, это ты? Выбрать. Томас, мой Томас, ты не представляешь, как прекрасно слышать твой голос. Голос Томас. В письме ты писала. А ты где вообще? Здесь, наверху, в безопасности. Но я не могу покинуть чердак. Пришлось закрыть и заблокировать дверь. А кого? Кого ты прячешься? Отец и дядя, персонал. Их поглотила тьма, которая живет в этом... А, блин, это как Insane Mind. И они уже бродят по этим залам, нападают на любого, кто издаст хоть какой-нибудь звук. Это как в том фильме... Тишина, или как там назывался? Что тут произошло? Нет, в письме ты написал. Да, чтобы вот надеялась, что ты доберешься там. Знаю, что моя просьба могла показаться тебе странной, я боялась, что все напрасно. Что все уже изменилось. Что случилось здесь?
У меня нет ни слов, ни смелости, чтобы выразить это все слишком ужасно, чтобы вспоминать. Пожалуйста, будь осторожен, любовь моя. Это место перестало быть безопасным, поэтому я переслал тебе письмо, чтобы ты сюда пришел. Пожалуйста, Томас, слушай внимательно. Вместе мы можем положить всему этому конец. Мой отец записал песню на медные цилиндры. Это странная мелодия, которая дурманит разум. Если проиграть все цилиндры вместе на физгармонии, то все будет хорошо. Ты должен найти и принести их мне. Цилиндры в игре, в которую нельзя прыгать? Hello? Checking in? Так, речь Исаака награждена повторным открытием. Все перечеркнуто. Прочесть. Генеральная репетиция грандиозного повторного открытия 22 октября. Подготовка большой физгармонии. Нанять больше персонала. Проверка звука. Подготовка сцены. Распечатать плакаты. Баннеры. 30 число. Украшения флаги и баннеры. Дополнительные стулья. Заказать еще вина. Доставка и коры. Ничего себе. Открыть. Так, что мы можем залутать здесь? Бумажка. Добавили немного карту. Это вот я вижу цилиндр, да? Поехали. Тут никто сейчас не будет. Восьминожка, конечно, нам сюда. Но у нас для этого ключа нет. О, нет, уборная. Уборные какие-то ящики. Что-то странно, как-то уборная. Что за звуки? Что это за тень? Какой кошмар! Вы посмотрите на эту тень, какой ужас. Ну, блин, если бы такую ебасу увидим, то это уже... Я не знаю, чем еще можно испугать. Ладно, все в порядке. Сейчас, все будет. Ага. Ну ладно, перейдем как туда, поехали сюда. Интересно, есть ли смысл закрывать за собой дверь? Ну поехали, закроем. Сохранение. Поет. Собака лай. Да что это за мерзкая тварнюшка здесь? Отец, она все еще страдает. Вот все, она скучает. Сейчас у нее появится причина. Ах ты ж. Нет, собачка. Авру, Мавру, куда делся этот братец? Отец, пожалуйста, пожалуйста, она просто скучает. Авраам, Авраам, забавлюсь этого песика раз. Нет, песик. Бедный песик. Все, они мне уже не нравятся. Печатная машинка, нам нельзя почитать. Сигареты нам нельзя покупать. Блин, а ничего нельзя трогать. Все, сваливаем. А нет, стоп. Да, ничего нельзя, уходим. Зовут Томас. Генри, Генри Хьюз, вы должны вытащить меня. А почему тебя заперли здесь? Почему так считаете? Они явно мерзавцы, пытаются похитить. Я постараюсь найти ключ. Не уходите, они в любую минуту. Назад. Хорошо, хорошо, постарайтесь еще. Слышь ты, сам постарайся. Да пошел. Они идут. Ничего не делайте. А как они изнутри пришли к нему? И ушли. Сейчас дверь типа откроется. А, нет. Может, они отсюда пришли туда? Так, звучит как цилиндр, который нам нужен.
вращать. Повращали немного куклу. Вращали. Так, ну что здесь? Лампочка красивенькая, симпатичная. А рычаг можно передернуть? Блин, как будто лодка какая-то. Кнопочка. Это не очень хорошо. Совсем не очень хорошо. То есть у них за стеной потайной ход. А-а-а. И что от этого изменилось? Там дверь открылась. Нет. Я ничего не понимаю, что происходит, но я понимаю, что теперь рычаг можно передернуть. Поэтому именно это я и сделал. Ага. А-а-а. Так, стопы. Но ведь мне нужно сначала сходить за цилиндром. Вот тот направо, который... Поехали сначала за цилиндром, потом на лифтике покатаемся. Ну, пазлы, конечно, мое почтение. Ты здесь цилиндр? Цилиндр. Бэк? А, ничего не произошло. Я почему-то подумал, что что-то произойдет. Это не очень умно. Бег. Что это за место такое? Ладно, поехали тогда на лифтике, что ли, покатаемся. Хотя, может быть, главным этом самым мы еще что-то не залутали. Хотя, вряд ли здесь ключи будут. Блин, ну тут хотя бы кнопки не надо нажимать. Западное крыло. Блин, видимо, лифт это единственный путь. Странно, там она сказала, что они на любой звук прибегают. Я уже на звоночек пару раз нажал. На эти кнопочки. У них какие-то свои поважнее дела есть. Ну есть и есть, поехали. Пам-пам-парам-пам. Парам-пам. Я уже тут. Так. Хоп. Спасибо за ожидание. Поехали. А, бляха, муха. Поехали.
На лестницу нельзя. Направо можно. Так, это, видимо, брат. Ага. Абрахам. Да. Слушаем. Поет. Поет. Что? Кто там? Ты давно здесь, дядя? Не останавливайся, девица. Продолжай мне нравится слушать, как ты занимаешься. У тебя почти так же прекрасная пара легких, как у ты. Ты как ты смеешь? Убирайся в свай, пшел! Всего лишь никчемный инструмент в руках моего отца. Я инструмент, какого ты знаешь? Нет, инструмент это ты! Это ты. Скоро увидишь и еще вспомнишь меня, когда поймешь, что твой единственный инструмент это ты. Когда убирайся, пшел! Пшел, пшел, оставь. Ну, конечно, как прикажешь. Наша... Эй, нельзя так говорить. Что за хрен? Что он имел в виду? По поводу инструмента? Видимо, есть какой-то секрет в этом отеле. Видимо. Высокий дядь. Почему у нас как будто бы хп падает? Или уже упало? О, ключик! Нет, не ключик. А это что такое? Успокоительное. Baldwin's. А, ну-ка, что написано на нем? Baldwin's. Тоник для нервов. Восстановится. А, у нас типа нервы начали, я понял. А, блин, ничего нет, никакого ключа. Нам уже столько ключей нужно. Внизу там два, здесь еще уже. Тут что-то не очень хочется находиться. А сидите, как в Дредхангере где-то на этом уровне. Хотя, блин, это же просто типа... Того времени присели. Так, книга учета исчезновения Исака. Музыкант, путешествие на Бристоль, музыкант, путешествие один, Лондон. Подобные, подопытный. Еще вопрос, еще один музыкант, слишком много вопросов, очень увертливый. Почему? Так, ну в принципе нам же надо понять, где цилиндр. Непонятно. А тут только что этот чел пошел. Я думаю, не самая хорошая идея прям за ним идти, но... Почему бы и да? Закрой-ка я дверцу. Куда он испарился? Алло? Элизабет, ты здесь? Ты в порядке? Я здесь, на чердаке. Был кто-то еще за дверью, но кажется, они уже ушли. Элизабет, есть еще другой человек, ты его знаешь? Нет, нет. Но должен быть осторожен, Томас, если тебя тоже поймают. В следующую игру пойдешь. Похоже, что их привлекает шум, и сдать можно как больше мышь звуков. А я нашел один цилиндр, вот. Ой, молодец, моя любовь. У нас еще есть надежда для всех нас. Остальные должны быть здесь, в отеле или на территории. И они напали на него, они его утащили. А, блин. Ну, жаль. Мне даже страшно подумать, что и тебе может тоже схватить. Наша единственная надежда помочь ему, всем остальным, это найти цилиндры. Я кто утащил того человека, кажется, они ничего не видят. Но почему? Что с ними не так? Что ты думаешь? Я не знаю. Ты, блин, письмо направила. Я знаю, что их привлекает шум, но что случилось с их лицами?
Пожалуйста, будь максимально осторожен. И если я не отвечу, это будет значит, что мне пришлось пятиться, что они вернулись. Ясненько. Поменьше шума. Ну, блин, я уже там нормально пошумел. Ну, чуть-чуть как эти двери шумать. Что тут хрустит? Очень страшно. Если бы мы знали, а мы не знаем. Это цилиндр или игрушка? Это игрушка. Ой! Это включили свет или это он так? О, дырка. О, что ты долго в одну сторону смотришь, чел. Как бы что ни вышло. А, нет, все в порядке. Опасен. Ты там еще и дыхание задержишься. Думаю, просто ж туфлями не шлепать. Но даже если на так вот, на карачках, он все равно шлепает. Куда он испарился, этот чел? Ладно. Красть. Так мы всю дорогу уже крадемся. Может быть, закрыть за собой? Нельзя. Ладно, проехали. Там музычка. Музычка ближе. Тупик. Раз нормально, комфортненько. Да ты чё, чел? Хорош, блин, идеально вообще покашляешь. Так, ну тоник нам определенно пригодится. Постановить. Ну, нам вроде еще не надо, но потом, может быть. Так. Откройся ты. Закрывайся. Все, никаких проблем. Следите за ключевыми предметами на карте. На карте, которые вы ни хрена не видите. Следите. Следите за ней полностью. О, нет, можно укрыться. Блин, ну мне бы ключи начать находить было бы мило.
Фигурочка, фигурочка. Я не знаю, нахрен она мне нужна, но я лучше ее возьму. А он понял, что она больше не играет? Не понял. Глупыш. Так, а что у нас на карте? Ничего, я понял. Это не ключ? Ну, по-моему, он просто кулаки будет нарезать поэтому. Ты чё, серьезно? Из-за чего? Из-за костра ты так решил покашлять? Так за кого играешь, персонаж? Мне точно что-то так надо много? Блин, это реально как та игра с Mountain King'ом. Ну ладно, все, он уже далеко. Много чего, но ни с чем нельзя. Песик. Полнолуние. А так можно пройти? Линейность. О, а это что, ключ? Что это такое? Песик? Стоп, а это не та собачка, которую они типа... Которой типа больше нет. Чаша. Руденс Вильямс. А может рот ты уже закрой себе? Что ж ты так дышишь? Ку-ку. Бэн, ты кто-то в Бэтмене кто, да? Лучший просто чел на музыканте, просто. Да вытащить вообще это. Хорошо, что эта игра как будто бы дешевенькая, поэтому ничего не понятно. Так, ну что, поехали. Дорогие братья и сестры, высший совет тихих приглашает вас поклониться пешне нашего источника, и мы вместе получим истинную власть. Присетив с собой жертву из плоти костей, передайте в жертву слабость внутри, присоединитесь к нам в ритуале возрождения. Не забывайте свои одежки тихих, чтобы оградить себя от пьявок, тех, которых мы приносим в жертву. Наш любимый молчаливый последователь Пруденс вызвалась на должность жрицы. Это высокая честь для всех нас. Она будет помазана на следующей встрече братьев и сестер. С искренней тишиной ваш Джебедая Уильямс. Нет, не понятно. А что здесь карта недоступна? Ясно, не понятно. Давай, давай, давай. Нет, это как те в Аутворде, которые...
пещере. Так, ну что, прочесть. 3 февраля 1874 года, прошлой ночью, шторм столетия обрушился на остров. Говорят, что у побережья видели судно, и мой отец приказал нам погасить пламя маяка. Ходят слухи, что корабль сел на мель на каменном побережье к востоку от Скер. Я, восторженный размерами судна, заметил выгравированный на табличке на левом борту название корабля HMS Providence. 10 февраля 1874 года, 7 дней спустя. Ах ты, ёшки, тут много текста. Так, мои люди по приказу отца притащили остатки корабля в пещеру под Скер. Мы сохранили все, что можно было с корабля, но... Все, что могло представлять ценность, а самое важное, что хранилось в грузовом отсеке. Ёшки, не очень удобно скроллить. 11 февраля того же года. Мы что-то нашли под обломками, оно было спрятано в грузовом отсеке. Я никогда такого не видел. Оно живое и в ужасном состоянии. Мой отец считает, что нам повезло, что оно слабое, и оно пытается петь. Один из моих людей, разгруживший отсек, начал вести себя странно в присутствии этого существа. Казалось, что его пение одурманивает его. А даже когда оно было в таком ослабленном состоянии, это потрясающе. Это нужно записать. Это заинтересовало отца. Чем больше я узнаю об этом существе, тем... Тем больше мне кажется, что оно занимается песней, занимается свою добычу, чтобы насытиться и выжить, заманивает. Вот. Мой отец начинает видеть весь потенциал этого зверя, как мы можем использовать эти способности, если нам удастся заполучить ее, уже ее. 15 февраля. Мой отец начал использовать существо к мысу. С кем? Он приковал его к маяку, и оно приводит в судно. Это поможет нам увеличить потенциальный заработок от крушений. Эту силу можно использовать не только здесь. Моя любимая Пруденс поможет мне в этом. Нужно немного времени, чтобы рассказать об этом отцу и получить его. Исаак Уильямс. То есть они взяли, поймали вот русалочку. Ого, сокровища какие. Какой древний код. Это что, Skyrim? Кнопочка. Тёрп. Так близко и так далеко. Чё-то я не понял. Нет, я все понял. Никого нет, да? Кроме того чела, который там стоит. И вот здесь чел, который стоит. Проблема очевидна. Тот чел встал и стоит и смотрит. Этот чел нарезает круги. Но у нас есть рычажочек. Странно, но тот звук он не реагирует. Все, среагировали хотя бы на этот звук. Как будто заранее, да? А где же свет включить? Он уже ушел со своего поста. Так, тут как будто бег не влияет на шум, поэтому можно пока добегать. А, он, наверное, был за этим челиком. Типа где-то здесь, нет? Вот. Угу.
Не понял? В смысле? В смысле? А как хрен она заблокирована? А, ну ладно, уже так открылась. Нет, теперь я одна видим. Да откройся, по... Тяжело. Так, ну вот они пошли туда. Я вот только не пойму. Она не нажалась просто. Все, можно закрыть, чтобы они за нами. Ну и не надо. Пока, чельки! Глупцы. Они даже не поняли. А, я не могу бегать, когда. А, нет, могу. Отвратительно. Так, ладно. О нет. Нифига себе крутые двери здесь. О, бутылка. Да откройся, дверь. Блин, какая крутая дверь. Как в этом самом Властелине колец. Минус 9. Такая же крутая. У меня такое ощущение, что она не хочет. Может быть, их нужно одновременно делать? Это. Да, неплохо. Так, вряд ли мне туда, правильно? Высокие, чё они такие высокие? Это да, это чел не может отодвинуть куст. Да, с тяжелой атмосферы мы вышли, да? Найдите цилиндры в отеле, вернитесь в отель. Пёсю? Используйте... Да, да, я понял. Блин, там что-то такие цвета были. На эти сфокусироваться не могу. Все, все понятно. Не, шок. А здесь хоть один ключик можно, пожалуйста? Ну так, по приколу просто. Стопы, а может мне сюда надо, а не туда? А может мне туда надо, а не сюда? Ладно, сейчас. Ага. О, специалист уже выехал. Ну, давай, давай, жаба, иди. Бляха-муха, он прямо идет. Он прямо идет. О-о. Глупый, глупый. Бляха-муха. Бляха-муха.
Да пошел ты! Да как ты нашел ты? Ну, он не нашел, он наткнулся просто. Да как ты? Да пошел ты нахрен! Че? И что, и все, он еще не может, там, я не знаю, руки, блок поставить. Нет, он просто так, и все. Чем меньше уровень здоровья, тем больше шума вы задаете. Ох, ёпарасет, это мы аж здесь. Так, ну короче, у нас сегодня по часу будет на каждую игру.